Всех витаю, дорогие мои друзья. Вперед мы бой пойдем. И вы за нами идем на бой с сорняками. Сорняки, сорняки. Вчера, кстати, был дождь и ночью такой ливень шел. Хотела снять, а что там снимешь? Темно, но такой ливень шел вообще. И днем тоже то идет, то солнце, то идет, то солнце. Что мне нравится в Украине погода. Всегда ночью, допустим, особенно в Киеве, ночью дождь, днем тепло. Вот здесь, ну, конечно, чересчур в этом году дождик заливает. Но все равно, знаете, не такой прям пронзительный. А сегодня ночью, ух, пролил хорошо наши все грядки, мою хосту, которую я пересадила. Ага-ага. Денчик сидит. Хвойные. И только отпустишь, и у соседей, и у нас хвойные все описывает. И... Короче говоря, не растут тогда уже хвои. С утра нельзя было на огород зайти. Так все залило. А сейчас подсохло. Сейчас 10 часов утра. Идем полоть дальше. Ну, утром тоже немножко подсыпали. Не спеша. Позавтракали. Сейчас опять поработаем. И попьем карачай. Тамара, доброе утро. Доброе, мадам. Луковое утро. Сейчас. Лукового огорода. Давай, покажу тебя. Да. Поздоровайся. Всем большой привет с лукового огорода сегодня. Дожди, трава просто растет шалеными темпами. Галя говорит, бросай там, Тамара, на лук переходим. Недавно, говорит, пропалывали опять. Все, как командовали. Задание поняли, Галя, задание поняли. Задание выполним сейчас. Сейчас выполним. Укроп, говорит, весь выдернуть. Ага. И, ну, все сложить. Вот, ну, вот, нам сложить. Она потом сама его переработает. Что-то с ним сделает. С укропом. Между грядями будь обережно, осторожно. Посажены арбуз и дыня. Поэтому надо смотреть. Где-то есть палочки, а где-то уже по виду растения будешь определять, что это дыня, арбуз или сорняк. У меня такое впечатление, что кругом сорняк. Я не разбираюсь с дынями этими. Мы дамы с Парижу, с Парижу. И мы не знаем, где что. Посмотрите, вот встань вот возле гороха или возле лука. Смотрите, получается по пояс все выросло, да. Нет, но это горох. Нет, это горох, понятно. Да. А лук... А укроп укроп и картошка, кстати, тоже по пояс. Да, уже картошка, да, вся буйствует уже. Дожди, вот здесь... и тепло, и вот все растет бешеными темпами. Угу. А сорняк еще бешенее всех. Сорняк у нас. Вот лук, который мы должны пополоть. Вот картошка. Показываю картошку. Это соседская картошка. Цветет. Они, наверное, раньше посадили, да? Вот наши гектары. Картошка вон. Это все картошка. Нету, там есть дальше, конечно. Но это Вася. Я хочу, чтобы Вася вам экскурсию по своему огороду провел. Бурячок, свекла. Да, дальше покажем. Вася всегда оставляет ботву вот так сушиться на грядке, потому что, чтобы сорняк не зарастал. Во-первых, во-вторых, чтобы земля не нагревалась. Посмотрите, вон какая у нас земля. Вся мокренькая, мокренькая. У-у-у, колорадов показать вам. Скажу, у нас что, своих мало? Вот вам колорады. Детёна, детёныши, колорад на колораде и колорадом погоняет. Да, вот.
О, видите? О, чем занимаются колорады? Жизнь хороша и жить хорошо. Так не мешайте, да, заниматься любовью. Понятно. Уходим. И вот вам эти колорады. Вот вам эти колорады. И представляете? И вот на каждом кусте, уже не буду показывать, вот доедают уже, догрызают, гады. Нашу картошечку догрызают. Вот так химии не полей. Вот такая вот история. Да? Не хочется работать. Помнишь, как в служебном романе? Как мне не хочется работать. Но надо, да? Все, работаем. А чем нам с тобой здесь заниматься? Надо. Физический труд облагораживает человека, да? Так, видите, как здесь тяжело, тяжело зайти. Очень красиво, Тамара, ты смотришься на грядке. Дама с Парижу. Когда раком стою, да? Ну да. Два трактора. Трактор 67-го и 57-го года выпуска. Начинает свою борьбу с сорняками. И с укропом. И с укропом еще. Дышите, садите, оставляешь междурядье. А я знаю. Надо оставить, наверное, чтобы не было. Вася обычно оставляет. Скорость не та, которая была когда-то. Требовала скоростей. Наступает очень хорошая пора. Умиротворение, наслаждение жизнью. Можно оглянуться вокруг спокойнее и увидеть красоту, да? Да, увидеть красоту. Моя Зинаида Васильевна всегда говорила, я всегда ее вспоминаю. Я, говорит, молодости боялась смерти и старости. Вот. А оказалось, это самое такое хорошее время. Смерти не боишься. В жизни уже все увидел. Все. Насладился счастьем всем жизнью, что есть в жизни. И уже и смерть не страшна, и жизнь хороша. И поэтому, говорит, надо жить и наслаждаться всем, чтобы старости сказать. Я нажился. Все было хорошо. Все было прекрасно. Я не знаю, что сильно это видит. Зинаида Васильевна, это Тамарина руководительница. Зинаида Васильевна, это Тамарина руководительница. Страшно умереть в молодости, когда планус, громадье, когда ты куда-то стремишься, что-то еще хочешь, и вдруг раз на взлете. А когда планы у тебя реализованы,
много что видел, много что знаешь, уже пришла мудрость, ничего не боишься, ничего не стесняешься, все имеешь, все возможности, так говорить. Все. Спасибо жизни. Ты уходишь в мир иной, спокойно, без надрыва. Даже наоборот, Дина Играсина говорит, я уже хочу на покой. Я уже все. Нашлась. Наверное, каждому хорошо будет. Но все равно мне кажется, что... Ой, есть какая-то другая жизнь. Ну как так люди могут? Вообще, пожили и нет их. Такого не может быть. Все равно где-то они живут. Наверное, я так думаю. Это нам не дано знать. И это не столь важно. Будешь ты жить на том свете? Не в том дело, а в том, что встретиться со своими близкими, родными. Все, рядка одна закончена. Этот кусочек закончен. Небольшой. Борьба продолжается. Или даже только начинается. Ну, идем отдыхать, пить чай. Куда нам спешить? Ой, если бы, конечно, была не такая мокрая земля, я бы уже 3 таких участка закончила. Но земля очень сырая. Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку. Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку. Тили-тили, трали-вали. Сейчас закипит чай, заварю чай. Слушайте, у меня аллергия от этого крема, который от солнца, от загара. Посмотрите, видите, какая аллергия. Все, не буду, значит, это... Нехороший был крем. Ну, да. Да. Что ты там делаешь, Тамара? Да с очками я воюю, все. Проблема у меня. Пот застилает глаза, все кругом пот, и очки падают. Видимо, душка уже, видишь, расхлябалась. А запасные дома оставила. Я же не думала, что... Ну, придумала, видишь, теперь сейчас. Я тебе покажу. Как бабушки и дедушки носят. Да, да, да. Вот наклоняешься, когда сапаешь. О, красота! Ничего не будет падать. И что я, и чего я не додумалась раньше. Все время наклоняюсь, падают очки, когда под кругом на грядках. Потом еще эти очки. Еще и крем, когда намажешь, оно вообще скользкое лицо становится. Надо было запасные мне взять. Угу. Вот. И теперь со страхом, что я упадет, я же и наступлю на них, и что, останусь слепая, буду потом ходить. Ну да, вот смотри, чувствую, смотри, вот у меня какое красное лицо. Все-таки у Тамары нет такого, да, от крема, а у меня у тебя есть. Очень чувствительное лицо, наверное. Ну,
Что это такое? Все, просто жуть. Одну проблему я разрешила. Кто радуется? Маленькая радость называется. Да, да. Нашла изобретение такое. Ой, волосы. Кустарные, но зато... Да, хорошо. Все, изобретение. Может, кому-то ноу-хау. Это, конечно, ноу-хау бабушек и дедушек. Нет, это не ноу-хау, но для меня... Меня это радует. Я придумала такое. Все. Да. Теперь я буду спокойно полоть, не думая об этих очках. Продолжает собой, и сердце тревожно стучит. Идем снова воевать со своими сорняками. Бой продолжается. И сколько... Ой. Ягод. Очень много ягод. Смотрите, все дерево усыпано. Посмотрите, сколько укропа. Это только с двух рядов. А еще целое поле. Укропа хоть жуй, хоть продавай, хоть что угодно. Смотрите, сколько. Засушивай, замораживай, что хоть что и делай. Сколько укропа. Букетище, тяжело нести даже. Это только сейчас, вот с двух рядов. А еще до этого же мы целые. Но там было меньше, здесь, конечно, больше. Вот они такие высокие. Это сорняк у нас, сорняк.